сывлык сынат пресс-рей хакадыван мырсен пурнеде ошо салам эфирда эзирэтны юрозенчен деркелен юратныран концерт. Бирин бата кисечетне ошо саламды шерзенбе палашарха. Хакылда юратна аннене ошпилі кукамая, ыдараймяс аннене канашайненчи ямангасы ялінчі бурнаган Таисия Павловна Ивановна шетмел билікшілхи юбилейбе чон жеререн тухаганчи ырыда ошо смахсенбе саламлатпар. Анне пиндеді хыржыр шуттенчене келне. Мен пече кренештерне білсе юсне. Тығыр глаз падерне хыщен шубашкарды пиравыр комбинатенче пиртер теген зыкра тывады жыл кушывай хуна. Ондан ширым жылытла яманга сенче теп шкулда, ачызине тутлы да техемле абат пежерне жерде тұрышны. Он хыщен мен девишлік анваду хичене колхозравый хуна. Хыйн пулдарулы хебе палырса, но май хизеп хоча земель метевич пулна. Пенде тығыр жыр утмолчичымы шылда ялка чебе. Николай Иванович пашем еш аварса илемле те хытлы шуртлартна. Улда ача веше хирпе, веше ывыл шуратса истерне. Шел бүлінде евірчере була пирінден атемірліге хуйрылса кайры. Анне аласты вылтерле мешіх майырадат, шукунезенче тірлі бақча шемішларса истерет. Аннешім, ибір сырна пурнышын тепшулі жинедыма болышны жын тавдыват бар, шереші де пуштаят бар, уйық бек шуды коншул, шүргі хевелбе кыры кымыл, инже чул ебір барым әмір, чываш юмани бек шеріп сывлы күш тулы телей, тустыван зімбе шығылдатса бұрынма шуды раскалзынат бар, ялана хаваслы да ыры, чыну башамрык бол, чир-чыр мене білмезір, пирин тыван келішіне упраза, нумай жыл бұрын, ачызен дада мұны көзен пархадарне әмір-әмір курмала бұлдыр. Эпир сана юратат бар, хизеплет бар, шапла саламлаши вылицембе кенесем, херезембе керюжесем, сагыр мануге, тывады кешен мануге. Аставадыни анне, сапкара сиктернине, иртня ый хазар шерзе, ене еп эзеклезе. Шиварма, шужим чене скуч хупма, чунганашне эскурма, маншум ран испаранма. Шуледен шамшаладын күш
Тепле юратна ран. Пиренчи хаклда юратна анемер. Христина Ивановна Куланова. Апрелем выники мажинче тагурбуна жёлтыл дарча пальдереща чурура. Выл шамарли райнинче я куртушка нялинче чурал заюсня. Аша варжи киренче хубар заржугална. Выл вара чирля мажа бедады и кекешин шалли бедр заюлна. Шем я нет и цадра сипачи херачан черчень хулгуши и жене диенне. Вун вище чулдан еварыш сенче пилика в мадивне. Шапла вара Христина Ивановна щиреп камылла. Я вапла шин хуйхне ланаган ожа чунла, ыры камылла шин был защитене. Кюрже Малиновка ялка чебе Николай Никифорович пащем ешаварса, улда чащу радца уращене таратновесем. Паинхи гунда анне мерхавасла камыл туимла, пурныша юратаган шин. Шулезине бахмазырах пахчара дырмашать, кельчурда тербейлі тыца дырать. Унтавра ялана хавасла, вал тёрлі халапсем галаза варса кулдарма юрадать. Паинхи гунда шире бостынлы вал. И бир вижи волепе вижи хера хамран шем езембе, ешла многи зембе, кежень многи зем, юратна аннене, шепеш азанне куга моя чумдан тухаган чи шепеш самак зембе, тогарву начал ей юбилей базалам латпар, и бир зана пити юрататпар, ирыкам лужан, кирехаш самантрада перембе барле булзать, расыне зембе булыш сабынышан, тавангеде яланах тулыгам лбакет сейльнышан, пире савандарнышан, черерентавдуза, пуще марзене шереши дидаятпар, ожа салам бачи зем, на кисем, давай несем. Саламы жировая пира Зоя Васильевна Тихонова батнейши дерешин. Апрель муникем женче был утмол жул булдарны женчем бедереши чур авторызем. Пирин юратна немер шимрли райнче, тури, камажа, ялинче, пинде дагыржир утмол бремы шулда чурална.
Матурда булдарулы херха иншабине ялдахтель булна. Илья Семенович Тихонов па пролежсе везем ширепшем бешаварна. Юрат вадуслыхра ике вылне кунчуды барса ширеп уращене тратна. Эбиры вылезем Геннадий Пе Владимир пире юратса истернешен через воспитание барса пурны шулечне каларнышен, а небе оттене черерен тавдватпар. Анне малдан ращень аслы суденче, каярах социалы хютлих паин специализы булса, шемрле хула администрациенче эшлене. Тевишлиганова духичень ращей пенсии фонденче тарышна. Пызы хизепе девишне. Халя тевишлиганура, мажаребе шемрле худенче бурнаще. Многизен чевель-чевель саси, пер вежем зырьяны райттаван гильде. Никита, Александр, Илья, Ульяна, Яна, асла шебе асламышне, шавдаренчен юрадаще, везен чунезене савана шилем гюреще. Эшчень, тирбейля, ырыгымылы, юратны, хаклы, анне, азанне. Эбир зана шавдер юратат бір, хизеплет бір. Пызы куяу па, жураны гун базаламла за телей, ширып сывлык, куянда ытлы четле пурныш сунат бір. Санчине телей жумары кына жудыр. Хаклы да шивы шиннымыр, эзі берінжен міндері хаклы былныне палыртмасымақ та жидес жук. Сывлықлы бұл, турмалашне де упратыр зана. Ожы заламба мажыры, увелезембекене зем, тада мұнығы зем. Шут хевеля чашлать херюле, саван зае жеретенче. А небе ялана ошпиле, калачатпыр эбир аджизе. Аханье, пэджик чухэ спирден юрылма. Аджузем же, хош чухне шеребе куч хукма. Аханье, анне, мандерденне, анне. Аханье, анне, ман юратна, анне. А я краток щана хаяла, шапки вигора тонга. А не нечулыш запомала, нышка на бурлыш ращу манха. А ханеже яланах камалдан калача. Ёнаш санда из перегыр зунза кажара. Анне, ман юратна.
Поздравляем нашу дорогую, любимую дочь, жену, маму, бабушку и тещу Наталью Анатольевну Маркову. Родилась она 4 апреля 1961 года в Сибири. И аттестат зрелости получила в 1978 году уже в городе Мирном Республики Саха-Якутия, куда переехала в 1973 году с мамой и младшим братом. После окончания школы получила диплом техника-строителя. Весь трудовой путь Натальи Анатольевны в 32 года прошел на одном предприятии на комбинате строительных материалов. От ученика-лаборанта до инженера отдела главного механика. Занималась общественной деятельностью, избиралась членом правкома комбината и дважды депутатом городского совета в городе Мирном. За свой многолетний труд имеет много почетных грамот и благодарностей. Имеет звание ветеран труда и почетный донор России. В 1982 году вышла замуж за Виталия Кранидовича Маркова. И вот уже 39 лет они вместе. За это время вырастили двух дочерей и теперь помогает им и их внукам. Хорошая, внимательная, заботливая – это все Наталья Анатольевна. И вот уже 6 лет, как они уехали с мужем с крайнего севера на родину мужа в Чувашию, но связи с родной Якутией не теряют. Ведь все родные и близкие постоянно к ним приезжают. Дорогая Наталья Анатольевна, вся ваша семья – муж, мама, дети, внуки и зятья – поздравляют вас с этим прекрасным днем, с юбилеем и посвящают вам эти строки. 60 – это не дата, это супер-юбилей. Это от судьбы награда за тепло души твоей. Будь веселой и счастливой, никогда не унывай. Будь здоровой и красивой, горести и бед не знай. Друзья твои, хорошо, когда в жизни.